Что-то знакомое, по-моему, мы здесь уже были. Видимо, кто-то еще подгружается. Вот это тот автомат, который мне нравится. Автомат, маленький человек. Это скорее пушка. Маленькая пушка. Пистолетик. Да, мы здесь были. Это проще. А что нас сюда закинул, непонятно. Понимаю. Ветеров не так много. Или кто как цикнул с последнего момента. Отстреливайте. Не беги на них, а просто отстреливай. Это моя задача — бежать на них. Я жоглен. Тупой. Патроны. Combat rations make goblins strong. Nothing can. I am too strong. Have impenetrable force of will. You've been listening to those psychics again, haven't you? Spartans are very wise. No many people. Вон. Ну, нормально получилось. Ага. That's it for the trapper. Значит, здесь френдли файера нету, это отлично. А то я все время боялся стрелять, чтобы не это самое. По своим не попасть. Наверное, дверь открывать пока не стоило, ну ладно. Yeah.
какой-то. Патроны в ящике. А, уже забрали. Это плохо. Вот аммо еще лежит. Смотри по именам, у тебя самое оранжевое сейчас. Тебе нужно брать. У меня просто расход не сильно большой, потому что скорострельность маленькая, поэтому думал, что тебе. Что-то тут. Иди сюда. Тут за вагонеткой этот самый лечилка. Ага. Оставить. Окей. О, патроны. X. А ты там уже где-то. А. Что там творится у вас? Вы хоть отмечаете, что у вас проблемы? А вот тут этот. Не, все нормально. Так, патроны какие-то подобрал. Тут еще есть. Да. Тут медстимулятор. Я тебе. Никому нахрен не нужно, поэтому можно спокойно использовать и не париться. А, меня жрут. Да убей эту тварь.
Кто там стреляет? Вот этого стреляет яйца ему. Куда он тут взялся? Да он сверху, там второй этаж. Все, пошли отсюда. От меня как. Я аптечку тут взял. Открыл дверь так прям за спиной, а? Икс. Угу, спасибо. Плохая собачка. Еще патронов. О, ящики, ящики. О. Бери. Если надо. Ага. Я там себе переназначил ее, правда, на шестерочку, чтобы не путалось с пятой, там, когда. И гранаты у тебя, ты пользуешься? Да, я постоянно кидаю. Они восстанавливаются типа. Икс. А? Ты как инженер, ты должен стреливать всех.
Давай, иди к этой аптечке, как в прошлый раз. Уходи, уходи, уходи. О, это, блядь, кидается. Давай со второго этажа. На балкончик. Какого там? Меня. Снайпер, снайпер, вон там, вон на балконе. Вот это. Бля, убили. Ну, где ты, тварь, а? А, вот ты где. Кикс, тебе нужна аптечка. Срочно. Контейнер с боеприпасами. Можешь поставить? Где у него? У тебя проблемы с патронами? Ну я смотрю, у всех уже желто-оранжевые. Не, еще рано, рано. Надо. Подожди пока. Никто не требует, значит, нормально. Let's see a
О, патроны. Ух ты, собака. Где? Чё, собака? Тут собака просто напала. Песики. Все, все на борту. Don't think I haven't seen the state of your weapons. You should be ashamed. Never trust clean weapons. Ага, вот спустимся и там около аптечки скинешь. Где оружейный ящик. Ну я тоже скину. Типа вот здесь вот. Поехали. Блять, мы вдвоем замочили, но вот далеко. Недалеко от тебя. Меня поднимает. Ой, эти рояли теперь надо поскинуть. Как я удачно поднялся. Фикс, отходи. Что-то там на передних. Ну а зачем отходить? Я вроде рублюсь нормально. Ну. Тут два огрена. Они должны этим заниматься. Наша большая, наша сильная. А маленький человек слабый. Все что ли?
Да, походу, да. И... мясо. Два огрена закрыли своими большими телами, да? Да. Челнок. Видим. Ну, судя по тому, что они весьма неплохо работали, я бы сказал, что это вторые персонажи. Тем более, что он, видишь, это даже специальное поручение выполнил. Если хочешь, можем сейчас попробовать.